А, добрый вечер. Добрый. Только ну что, я, вот давайте это установим вам, попробуем. Ну конечно. Только вы это свой экран покажите мне, Володь. Демонстрацию экрана включите, пожалуйста. А напомни, как это делается. Так, ну давай я сейчас свой тогда сначала. Вот смотри. Вот видно мой экран, да? Нет, не видно. Не видно? Экрана нету. Мы сидим с Володей двое тут. Нет, а мой экран сейчас не видно. Я сейчас показываю. Ну вот ты там маленький сидишь. Нет, ну вот, это мой экран. Вот он, смотри, Володь. Вот я, видишь, я это мышкой. Да. Вот здесь, в правом нижнем углу у тебя, у вас, будет вот такой два квадратика. Вот на нем, на него нажмешь и все. Ну вот ты виден, мы тебя видим, еще дальше. Сейчас Володя сделает ваш экран, мне надо. Начать пока с экрана. Ну что, видно тебя? Ну сейчас. Да, так, ну вот, давай теперь, Володь, открой, пожалуйста, чат. Открой чат вот мой. Я написал, ссылку сбросил Игнатьевичу. Так, тут ты это, что-то во весь экран открытый. Ну, бери, ты главное сейчас скайп, по скайпу чат открывай. Вот, давай. Так, а где тут чат опять? Ну все, ты правильно нажимал. Да, вот это вот, да. Вот это, по этой ссылке давай кликай и переходим, смотрим. Тут должна быть программа полная. Так, забудь. Заблокируем вредоносный веб-сайт. Разрешить веб-сайт, нажимай, это нормальный сайт. Разрешить. Да, у вас там такие прям стоят. Ну и чё? Ну чё, я не знаю, должен открыться. Ну тут у нас скайп выскочил. Разрешить в следующей программе внести изменения на этом компьютере. Это скайп хочет обновиться. А, ну пока не надо. Чё, мы давай поговорим, ну в смысле сделаем чё-то. Я лезу сюда, когда я заблокирован. Так, ладно. Ничего, не надо туда жать, где заблокировано вредоносно. Игнатьевич, по-другому сейчас сделаю. Ладно, я сейчас вам сам... Подождите, я вам сейчас как сделаю? Я вам сейчас... Я вам сейчас установочный файл сброшу, и вы его скачайте себе. Не надо, не переходите, я понял. Давай. Вот. Сейчас. Так, один момент, открыть. Так. У тебя свет какой-то, ты желтый, как будто более желтухой. Билирубина много. Да это просто это. Так, Игнат Тихонович, сейчас. Сейчас я сброшу. О. Ну ты понял, что мне надо? Чтобы я разговаривал, могла записаться по-русски. У меня программа, она здесь где-то есть. Это второе дело. Давайте сейчас вам сделаем, чтобы у вас текстовка была на английском. Давай. Сначала, чтобы я говорил по-русски, а потом переводить на английский. Вот так надо сделать. Нет, подождите, Игнат Тихонович. Вот вы просили... Сейчас поисковик сделает. Да, вот смотри, Володь, вот он, видишь, уже скачивается к тебе. Все, сейчас кликай по файлу. Вот. Давай. Скачать и там устанавливай его. Ты с кем там живешь-то? У меня родители, папа, мама, Виктор, Людмила. И вот Дмитрий приходит по воскресеньям. Покажись, Дим. Что-то там где-то у тебя за спинкой прячется. А, да, он прячется. На нашего похож. Он очень высокий, почти 2 метра. Сколько ты, Дим? Ты когда поедешь-то? Ну, как сделаю это? Паспорт. Ну, ты получил, что тебе послали? Нет да, еще? Да, получил. Игнатьевич, я же вам сказал, что я получил. Спаси Христос. Только надо выяснить там, с какого ролика, ну, она остановилась, на каком ролике, чтобы, ну, дальше нам...
понимать, что потом какие еще скачивать. Ну, это не трудно. Запрос сделать и сразу ответит. Ну, я у нее запрашивал, она пока не смогла. Че, Володь? Это, где это? В загрузках нету этого файла. Где смотреть-то надо его? Странно. Ну как нету? Давай еще раз. Ну, вот переходи. Загрузки, ты же видишь экран-то? Не, тут не должно, она не в загрузках. А где? Смотри, переходи опять туда, в программку Skype, переходи. Я ее скачивал, что-то опять скачать написано. Теперь по ней, так, она ну-ка, не... попробуй правой кнопкой мыши кликнуть просто по файлу. Так, сохранить как, давай. И вот сохраняй куда-то, ну, вот на рабочий стол, к примеру, да, отлично. Все, сохранить, посмотрим. Идет скачивание. Идет скачивание. Да, он слышал. Так, а чтоб вот говорить, и это речь сразу в английский, ну это попробовать Google переводчик. Google переводчик. Что мне нужно? Нужно сейчас вернуть, а у меня где-то эта программа тут есть, я ее не найду. Я говорю, и сразу запись идет по-русски. Мне нужно текст составлять по-русски, не надо по-английски. А английский тогда переводить, когда я этот текст себе скопирую, тогда другой сигнал дальше, она перевела письменное. Письменные буквы, которые были по-русски, перевести на текстовой режим по-английски. Но я вам сколько знаю, припомню, там подрихтую, там тоже с ошибками. Так, Игнат Тихонович, ну я сейчас поспрашиваю у того же Евтушенко Сергея, потому что я не знаю такой программы. Ну, я не работал. Ну, не знаешь, ты желал, и тоже похвально. Благодарим. Ну, вот это сейчас сделаем, чтоб текст-то был короля Якова. Я сейчас, Игнат Тихонович, осваиваю тоже английский. Как раз на Евангелие от Иоанна. Там, хотите, я с вами поделюсь? То есть там идет начитка по-русски и параллельно по-английски. Билингвальный такой, двуязычный. Нет, мне это не надо. Мне нужно то, что я прошу. Не, ну это понятно. Все, это сделаем. Мне нужно сейчас письмо писать тому человеку, отвечать на вопросы. И я понял, в письменном виде, в Word. А мне зачем это два перевода там какие-то? Мне нужно так. Оригинал оставлять на русском языке. Все, это, скачал. Все, открывай, открыть. Что-то опять скайп. Ну, значит, это... Надо обновить, я думаю. Не так. Иди в рабочий, на рабочем столе, просто кликли по ней. Ладно, не через скайп, а через... Она уже на рабочем столе лежит. Вот она. Да, вот она. Такая... Что, два раза? Да. Левая мышка, да? Я не вижу, где, куда. А, да, вот, все, кликай, да. Вот. Опять скайп. Ну да, тогда на. А чё скайп? Ну, отставь его пока в сторонку, скайп. Зачем он нужен? Ну он есть не дает. Странно, чё он. Не дает. Короче, одним словом, Володь, я уже не нужен, в принципе. Там переустановить. Изменения на данном компьютере. Мы дата не отвечаем. Спроси его, можно нет? Да что нельзя-то? Сделай. Она разрешение спрашивает на эту программку. Она нормальная программка. Ну что, Господи, благослови. Все, пошло сразу. Далее, всё, да. Давай пошагово делай там. Далее, да? Да. Читай только там, что пишут. Ну да, там, наверное. Описание да. Программы для работы с Библией. Ну это все, это долго читать. Далее. Далее. Так, она деньги не будет с меня требовать? Да. Нет, Игнат Тихонович. Так, все, далее, да? Далее, да. Папка назначения не существует. Создать? Ну, создать, да. Где она хочет там создать? Ага. Ну, дальше, давай, пошла. Ну, все, устанавливай. Она просит установить. А где именно? Ну, начать. Ну, где? Я не знаю, где там был путь. Ну, найдешь, неважно. На диске C там где-то. Но у меня это значок-то останется, чтобы можно было заходить через него или как? Нет, значок это установочный файл. Тебе значок... сейчас посмотрим, куда да, она. Да, не уходи, ты нам помоги установить до конца. Вот он, видишь, ярлык появился, видишь? Да, вижу. Все, вот, нормально. Так все, программа так. Работает или нет? Ну, я не знаю, пробуй, по ярлыку щелкни. Если что, может, даже придется перезагрузку делать. О. Так. Бытие. Так.
Вот, смотри, все, вот он, по английскому языке. Джеймс. Все, американский, да, перевод. Теперь-то она можно ее скопировать? Нет, ну-ка дай-ка. Все, теперь отсюда копируйте, что вам надо, Игнатий Тихонович. Все четко. Ну, нормально, четко. Вот тут я могу копировать. Так, это, ну, то, что надо. Теперь у меня это есть. Первый вопрос решился. Теперь о чем говорили сейчас? Теперь мне надо отключиться, я с ребятами пообщаюсь. И, давай, ну, отключайся. Давайте. Все, благодарю, Виталий.